Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum был куплен на AliExpress около года назад. Перестал запускаться с ошибкой лазерного датчика. Лазерный датчик давления на головку застрял или прижат. Уберите объекты, которые создают эту проблему. Если это невозможно, переместите пылесос в другое место и запустите. Также в сообщениях указывалось, поверните оранжевую головку лазера, чтобы убедиться, что она не заблокирована или не застряла. Убедился, что ничего не мешает вращению, и вынужденно приступил к разборке. Разборка показана на видео. После чистки собрал все обратно. Ошибка перестала появляться.